Многие образцы техники и вооружений, которые закупает Минобороны для нашей армии и флота, успешно прошли обкатку в реальных боевых условиях во время контртеррористической операции в Сирии. А террористы, с которыми правительственным силам помогали бороться российские военнослужащие, были хорошо оснащены. Убедиться в этом можно на выставке трофеев, отбитых у боевиков. Их осмотрел Константин Худалеев. Одна из самых захватывающих экспозиций на форуме «Армия-2018». Абсолютно все здесь можно трогать своими руками. В салонах автомобилей можно сидеть даже за рулем. И на первый взгляд вот этот броневичок кажется абсолютно новым. Но, судя по этому отверстию, оно сквозное, пробитое сразу оба борта. Это прямое попадание снаряда калибром 125 миллиметров. Все это трофеи сирийской армии. Техника производства США, Великобритании, Турции, множество стран. И, судя по всему, вся она не раз побывала в тяжелых боях где-то посреди сирийской пустыни. Бронестекла со следами попаданий из стрелкового оружия, простреленный насквозь металл. Но встречаются и совершенно новые образцы, которые удалось отбить у террористов еще до того, как технику применили в бою против правительственных сил. Бронетранспортеры были разработаны в 60-е годы, но, как вы видите, их состояние достаточно новое. По всей видимости, машины сняты с хранения и произведены в капитальный ремонт. Захвачены они были в Сирийской Арабской Республике отрядом «Тигра» под руководством бригадного генерала Хасана Сухела. Среди трофеев сирийских войск – боевые машины, которые начали производить еще во времена Второй мировой войны. На вооружении у боевиков есть и танки британского производства. Это знаменитый «Центурион». Он был подбит сирийскими войсками в районе населенного пункта Сальма в ноябре 2015 года. Это запад Сирии. Тогда боевые действия велись еще на территории провинции Латакия. А в очертаниях этих броневичков уже с трудом узнаются абсолютно новые и часто встречающиеся на наших дорогах внедорожники. Ржавая стальная броня – неизменный атрибут кустарно изготовленных машин террористов. Мастерские, в которых боевики проводили вот такой вот зловещий тюнинг, сирийская армия обнаруживала практически в каждом освобожденном городе. Осенью 2017-го наша съемочная группа работала в населенном пункте Акербат. Это был один из последних укрепрайонов на пути к Дейр-эз-Зору. Тогда нам удалось снять целый завод по производству тяжелой бронированной техники, совершенствованы в интересах террористов. Теперь все трофеи, захваченные там, экспонаты на этой выставке. Посетители выставки могут посмотреть на мир через узкое окошко в лобовом стекле водителя-смертника. Понимаю, что когда водитель, который сидел здесь, у него мысли были для того, чтобы доехать до цели и подорвать что-то, и чтобы через это окошко его сразу не убило, он просто закрывал окно и ждал момента, пока он не влежится. На выставке всевозможные образцы самодельного оружия. Баллонометы, которыми обстреливали мирных жителей в Алеппо, беспилотные летательные аппараты. От самых примитивных, с пенопластовыми крыльями, до самых совершенных, способных нести до 400 граммов взрывчатки. Огромная часть экспозиции посвящена стрелковому оружию, которым пользуются террористы в Сирии. От пистолетов до крупнокалиберных пулеметов, произведенных в самых разных частях света. И все это любой желающий может увидеть своими глазами. Достаточно просто приехать в парк «Патриот» на форум «Армия-2018». Константин Худалеев, Алексей Козин и Евгений Литвинов. Телеканал «Звезда».